тебе. Ну что там, как вообще? Как рыбчик дышит? Как ты на связи? Как слышно? Здесь так, из жизни взяты куплеты, все избы, да, по-другому не делаю рэпчик. Не знаю даже, кто и как будет понимать. А мне всегда есть что зачитать. Сегодня у меня такой взгляд, одна картина, я расскажу про двух ребят красиво. Один верит в Бога, другой верит в бабосы. И тут реально надо решить в мозгах вопросы. Я не пытаюсь унижать в рэпе никого. Я просто делаю тру, то, что Богом дано. Я не могу маску на лице носить, ведь мне придется однажды потом дать отчет, то больше спросить. Ведь перед Богом буду я за весь этот рэп отвечать. Я славил его или про себя я хотел сказать. И людям не понять порой этой картины, когда я делаю рэп не за бабло, а бесплатно, красиво. Мне предлагали взять и диски начать свои продавать, типа 100 рублей взять и отдать. Я не продался, как дешевая там штука. Я на панели не стою, такая штука. Я говорю, я не штука, я человек. И если в рэпе делаю, то удержу всегда ответ. Я подотчетен Богу за каждое слово. Я подотчетен Богу за каждый трек снова. А ты что хочешь мне здесь предъявлять? Ты для чего меня позвал там рэп читать? Стояли вместе у микро, да слава Богу. Но я читал про Бога, а ты не о нем. Я говорил людям о молитве покаяния. Ты говорил, не надо делать, а на этом все внимание. Ты хотел, чтобы я мирских рэперов читал. Знай, моя голова для мусора твоего вообще не вокзал. А сердце не престол для сатаны. А чем сегодня пропитан, братик, ты? Я называю брат просто так. Могу я обосновать это слово? Ты говорил мне, братья, но нету подтверждения снова. Ты б не пускал свою пыль постоянно в глаза. Но тут знаю, Бога есть одна слеза. И он распятый заменяет за тебя. Так в адеквате, если что-то не так, то я прошу у Бога прощения, кстати. А ты не можешь просто взять сказать, прости за то, что пыль тебе я стал пускать. И в духе ты очень слабый человек, и никогда людям не неси свой этот бред. Будь искренним перед самим собой, перед Богом. Однажды придется дать отчет, ключи мозги меня прет.